Маленькие и любознательные малыши сразу заполнили все пространство загадочного места, где рождаются новости. Изучать тайны телевидения начали с экскурсии. С любопытством ребята слушали рассказ о закадровой жизни кота. О, а теперь тишина. Даже когда читает ведущий, у нас молчат все, даже директор в кабинете. Молчат абсолютно все. О главных событиях города и региона в программе Котловского объединения телевещания в студии Александр Узавин. Здравствуйте! Как еще оценить всю сложность труда, если не попробовать самому? Встать на место ведущего хотелось всем без исключения. Познакомились ребята и с тяжелой, но интересной работой журналистов, операторов и режиссеров монтажа. Здесь у нас работают мужчины наши, это монтажеры. Здесь происходит монтаж сюжетов. Конечно, юные следователи заглянули в каждый уголок редакции, засыпали нас вопросами и с радостью принимали небольшие подарки от нашей редакции. Кто знает, может быть, сегодня к нам в гости заглянули будущие талантливые корреспонденты и операторы. А пока мы благодарим их за горящие глаза, неиссякаемый позитив и яркую, вдохновляющую энергию. Они отвечают тем же.